Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем снимать видео по игре «Книга демонов». Хочу похвастаться вам нашим героем, как он вырос, как возмужал. Вспомните его на первых этапах, в чем он был, как выглядел. Сейчас смотрится солидно, с хорошим вооружением, внушающим доверие щитом и отличными доспехами. Давайте вернемся в город. Хочу поблагодарить подписчика Миху за отдельные советы. Во-первых, действительно, амулет маны мне абсолютно не нужен, так как я сейчас совершенно не пользуюсь магией. И не знаю, буду ли пользоваться. Поэтому давайте последуем еще одному совету моего подписчика. И оденем ботинки, которые позволят не бояться огненных атак, то есть самого огня. У нас есть оружие, которое наносит огненный урон. И в этой связке, я думаю, они очень хорошо будут взаимодействовать друг с другом, то есть дополнять друг друга. Что же поставить в последний слот? Вы знаете, я тут посмотрел предварительно немножко инвентарь, все-таки решил остановиться на кольце. То есть мы в прошлом видео нашли новое кольцо легендарное, которое имеет замечательные два параметра, которые мне понравились. Во-первых, это увеличенный шанс удара скелетов-призраков. То есть на 20% теперь у нас шанс выше. И есть тоже 20% шанс отразить замедление или заморозку. Есть тут еще третий параметр, но он пока, так как я не использую ману, мне не очень нужен, но все-таки на будущее может быть пригодится. То есть, если мы разрушаем заклинание монстра, то у нас есть 25% шанс заспавнить ману, то есть немножко восполнить себе ее количество. Я думаю, на этом мы закончили приготовление, можно приступить к покорению подземелья, отправиться глубже и глубже и узнать, что же все-таки творится там внизу. Ну, давайте попробуем большое приключение на 55 минут. Хотя, наверное... А если такое? Видите, не показывается. Так, если мы так попробуем, а так... Угу. Давайте выберем просто, наверное, большое. И денег нам, хотя вы знаете, денег 36 тысяч нам точно не хватит, чтобы... Даже можно что-то среднее выбирать. Давайте на 40 тысяч пойдем. Примерно вот так. Так, ну поехали. Какие у нас... Вот видите, у нас появится новый вид пауков. А внизу вообще просто... Просто куча новых противников. А он и здесь появится. Слушайте, даже такой маленький, даже не заметил. Какой-то вид демонов, очевидно. Любимые бомбочки. Действие. Так, пошлите вниз, сходим. Босс, ну давай. Очень неудачно начали. Нас убили на первом же этаже.
Забыли сходить к доктору. Давайте сходим к доктору, пусть он нас полечит, а то нас сейчас сразу с одного удара вынесут. Так. Не буду ничего брать, просто... Я что-то не понимаю, что это такое за... Это босс такой необычный, который практически не бьется. Ага, у него щит такой был. Просто нерв, он меня, видите, вел в заблуждение. Кстати, друзья, сегодня записываю на новом микрофоне, в новой программе, поэтому если что-то поменялось или что-то пойдет не так, извиняйте. У меня есть претензии к самому себе со звуком. Сейчас должен быть более ровный, но, возможно, какие-то фоновые звуки будут лучше слышны. Интересный босс, конечно. Да. Go to hell. Да, или отправляйся в ад. Пауки в своей красе. Так, вы знаете, достаточно большой уровень, я смотрю, судя по сундукам сверху. Хорошую защиту от яда было бы все очень чудесно, то нас травят и травят и травят. Так. Потихонечку зачищаем, пока ничего такого. Видимо, я просто как-то вошел в игру не совсем готовый. Давайте попробуем больше таких ошибок не совершать. Все-таки иногда как-то рандомно генерируются подземелья, как-то очень немножко странновато, я бы сказал. Два фонтана лечащих рядом, по-моему, это не совсем правильно и как-то даже... Так, мы продолжаем. Специально вышел с программы, чтобы посмотреть, как записывается звук, так что извините за небольшой там пару секундный перерыв. Хочется, чтобы вы получали максимально хорошее качество видео. С хорошим звуком. Фонтаном попытаемся отступить. Он нас здесь очень сильно прижали, я бы сказал. Вы знаете, видите, даже хватает, чтобы просто с окружения вырваться.
Очередное полученное достижение. Так, а это что за вредный? Так, сейчас не разглядел, что эти маленькие демоны, так и хочется их импами назвать, не знаю почему. Вот мы выход нашли. Или вход на следующее, как угодно. Не успел обезвредить. Постоим в огне, давайте. Что пауков все больше и больше. Давайте сбегаем назад. Так. Мана нам сейчас абсолютно не надо. Все-таки интересно было бы сыграть, конечно, здесь за какого-нибудь волшебника. С другой стороны, тоже вот интересная механика боя. Мы, получается, воином бьем на определенном расстоянии. То есть мы наносим урон не вплотную, находясь к противнику, а можно, вот видите, вот сейчас, допустим, сколько метров до противника было? Метров 5, наверное, не меньше. Мы, получается, наносим урон. А что тогда будет делать лучник? То есть, получается, то же самое, только у него немножко другое оружие будет в руках. Знаете, об этом что-то я даже как-то не задумывался. Вот сейчас подумал, и действительно, в чем будет отличие? В геймплейном плане. То есть какие-то новые свитки, заклинания будут или... или что? То есть, возможно, игра хороша на данном этапе конкретно за воина. Вот как она будет смотреться с другого персонажа, еще большой вопрос, не будет ли геймплей сильно похож. А тут у меня появились какие-то сомнения. Тот же маг, он, в принципе, должен какими-то дальнобойными заклинаниями, не подпуская к себе противника. Мы сейчас, в принципе, то же самое можем делать, не подпускать большую часть противника. Просто вот так на расстоянии атакуя. Так, мы где-то что-то еще здесь не нашли. Два каких-то предмета. Видимо, это в этой части лабиринта. Да, мы за эту дверь не ходили. Там уже ждут меня... Кто-то такие, какие-то демоны. Ну, по всей видимости, уровень мы зачистили. Осталось только добраться до выхода. И самый крупный этаж нашего прохождения зачищен. Последний противник, судя по всему. Стойте, откуда этот звук? Давайте выйдем, посмотрим. Там, если что, отобразится, если мы кого-то не убили. Нет, видите, все противники мертвые. А нет. Стойте. Да. Так, ну давайте, что же здесь будет? Здесь каких-то два новых противника, я заметил, нам попадутся. Знаете, пока... До сих пор могу сказать, что самые сильные были это пауки. Они так умело нападали на меня. Пусть тактика была их не однобокая, зато очень эффективная. По крайней мере, в сражениях со мной. У них это точно получалось хорошо. Смотрите, что делают.
Бьешь, они... Ну, сейчас простигнем зону. Опять заметьте, два фонтана. Зачем? Я вот, допустим, не совсем понимаю, зачем здесь два фонтана вместе, причем функциональности полностью одинаковые. Надо немножко поработать над генерацией уровней разработчика, мне кажется, чтобы таких вот не было случайностей. Что-то такое за звук интересный. Вот эти вот противники такие у нас появились. Очередной левел мы получили. Давайте кинем парочку очков. Ну покажись, что ты можешь. Ух. Это все с твоего окружения, ребята. Сильный босс. Да. Так, нас очень хорошо бьют. Давайте немножко пусть они подожгутся все. Давайте, прямо что ли, столько имеем зелий. Как-то темнеет, слушайте, начало. Этот босс хорош, ничего не скажешь. Отвлекает на всякой мелочью. Отступим, потому что что-то там. Great. Заодно наши тылы обезопасим. Вот как видите, ничего. Вот его первое. Сейчас мы привлекали врагов. Вот вам и бомбочки. Смотрите, половину всех этих поубивали. Ну. Thank you.
Знаете, этот босс мне доставляет больше проблем, чем демон-повар. Прижимали мы тебя в угол. Что ты сейчас будешь делать? Так, это переход, отходим. Хотя вот видите, зажали в угол, и все, не даем просто выброс ему отсюда, он ничего сделать не может. Еще одно напоминание, да? Ну, давай. Мы сейчас сами в огне говорят, поэтому нам за это можно не беспокоиться. Вот и покончили с одним из самых, не знаю, сильных, не сильных, но по здоровью очень крепких боссов. Так, что-то мы пропустили тут еще. Давайте попытаемся найти. Все, должен быть level clear, но почему-то это не происходит. А, ну да, он еще какой-то маленький демонишка тут еще ползает. Так, нам явно не сюда, мы пропустили, точнее, раньше свернули. Что, следующее подземелье? Два больших самых прошли. Нет, еще одно большое будет, а сейчас два маленьких.
Так, а что у нас уходит по деньгам? 19 тысяч, а там, по-моему, 50 уже следующее. Мы уже явно не откроем в ближайшее время. Этот раз, значит, будем чем-то другим, видимо, заниматься. Пауков какой-то конкретно работающий со льдом. В одиночке-то здесь, в принципе, ни один противник не сильно, когда вот сбиваются в кучу, если еще их правильно совместить, то можно настоящие проблемы сделать. Так, босс. Ну, посмотрим, что за босс здесь нас ждет. Вначале надо мелких тварей поубивать. Так, два босса. Ну, вы, ребята... совсем. А тебя вот как будем того босса убивать? Это слабенький босс. Ugh.
to hell. Так, друзья, у нас остался последний этаж, и здесь два новых монстра. Один, судя по всему, маг, а второй, я даже не могу предположить, кто это. Может, горгулья какой-нибудь тип. Ну что ж, вперед. Знаете, если сравнивать эту ходку с прошлой, прошлая была намного тяжелее, то ли виной тому... много-много пауков, которые, как я уже говорил, доставили кучу проблем, то ли то, что я не совсем правильно составил, подобрал карты. Опять будешь убегать, да? Беги, беги. Я пока с более маленькими боссами посражаюсь. Падаете. Это что, тот? Неужели тот втихаря на таком расстоянии бьет? Thank you.
Босс уже далеко, смотрите, как улетел. Два хода, вы представляете, чтобы прошел весь яд, который в меня всадили. Это этаж доставил проблем больше, чем я думал. Эти боссы, когда вместе с кем-то работают, достаточно опасны. Mm-hmm.
Знаете, эти маги хоть и слабые физически, зато проблем доставляют гораздо больше, чем... Также я кнопку перепутал. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было плохо. Вместо единички нажал почему-то F1. Давайте вначале убьем всех посторонних. Нам проще будет с этим противником сражаться, а то...
Ну вот и все, господа, мы направляемся к выходу, я думаю. Да, уровень зачищен. Достижений мы получили в этот раз, если честно. Может, мне не нравится. Мне нравится ворон. Angry Bird. О, видите, какой тонкий намек. Хотя не такой уж он и тонкий. Так, что можно сделать в городе? Ну, как обычно, сходить к нашей старой знакомой, посетить мудреца. Это обязательно, и посмотрим, что мы сможем апгрейдить. Будем покупать ключик, не будем. Я думаю, пока нет смысла. Давайте лучше. Давно не покупали мы у него все-таки зелий. Теперь самое интересное. Интересная способность, видите, наносит урон всем видимым щитам на экране. Наверное, ничего не будем улучшать, мне так кажется, не имеет это смысла сейчас, потому что этими двумя картами мы не пользуемся, а остальные я не вижу смысла. Давайте восстановим здесь все. Ну что, друзья, давайте подведем сегодняшние итоги. Могу сказать, что сегодняшнее приключение было у нас не столько увлекательным, как предыдущее, но все же мы сделали еще один шаг на пути к победе. Ничего такого особо полезного мы не нашли, за исключением, возможно, магии лечения. Вот, из противников, в принципе, давайте посмотрим противников, что у нас по бестиарию. Демонов половину открыли. Опять, ну, по-моему, это по-старому. Привидения вот новые появились здесь. 9 из 15 скелетов. Мы, наверное, еще никого не закрыли полностью. Два скелета осталось. И на горгулья. Вот эти боссы большие, вы знаете, они не очень сильные, но когда они с кем-то другим, то есть вот как у нас была ситуация, они вместе с магами наставили массу проблем. Я просто не успевал уничтожать тех, кто вызывает магию, вызывает этот вот босс большой. Плюс у босса очень много энергии, и вы знаете, он не столько сложный, просто что долго кликать пришлось.
Поэтому надеюсь, я думаю, в следующем видео мы уже встретимся со вторым боссом, крупным в этой игре. Посмотрим, что он из себя представляет. Ну а пока на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.